Друзья, ну что, концерт концертом, а репетиции по расписанию. Соответственно, я после своего первого сольного концерта в честь дня рождения впервые пришла на студию, чтобы продолжать дальше репетировать, потому что во время своей подготовки к своему первому сольному концерту, который уже есть у меня и на канале, он уже выложен, вы уже видите, я поняла такую классную вещь, что можно делать формат онлайн такого концерта, и вот это следующий мой этап подготовки, то есть в формате, да, моего проекта Idol Evaluation. Я также продолжаю готовиться, учиться петь нормально, классно. И поскольку это еще идет, скажем так, ну, по системе Idols, моя стажировка, то есть я учусь, я практикуюсь, и в качестве такого отчета выкладываю свой результат, и поняла, что формат вот такого онлайн-концерта прям классный, потому что я сразу готовлю несколько песен, как было у меня, да, на дне рождения, их было 11, и я выступаю. Но следующий свой концерт я хочу сделать уже со своими песнями. Я уже накидала план на ближайшее время, и по моим планам в 2024 году в ноябре я планирую дебютировать со своими песнями, чтобы в свой 2025 год, свой день рождения, в следующий, да, через год, уже сделать концерт со своими песнями в таком же формате. Вот, но посмотрим, как все будет. Я очень надеюсь, что этот план осуществится. Загадывать не буду, но планирую, потому что хочется уже со своими песнями. Вот, я поняла, что, в принципе, в таком формате, как я сейчас репетирую, в каком нахожусь, вот, ощущений уже, и плюс, что у меня есть уже, как бы, песни три, осталось их, да, оформить, то есть, в общем, суть такая, что, в принципе, это все реально, главное это делать, и я подумала, что, чтобы вот этот темп не сбавлять, то есть не просто ты выучил, да, так одну песню, ее записал, как я вам уже это записывала, показывала, выкладывала, а также делать это в формате концерта, потому что в процессе репетиции, подготовки к своему вот первому сольному концерту в честь дня рождения, я так и сделала, открыла для себя формат вот этих вот онлайн-концертов, когда я вот так вот просто в студии ставлю телефон, камеру и вот так же пою, но уже такой вот отработанный вот этот материал. Это очень классный момент, мне это понравилось, поэтому, друзья, вот продолжаю репетировать. Я выбрала сейчас пока достаточно много песен, которые я хотела бы исполнять. Я еще их немножко профильтрую и буду уже более так предметно с ними готовиться, как с предыдущими, поэтому... There are many, many things I can do for you. If you let me do what I do for you. Thought about me, fooling your love. I sort of the bottom line. Yeah, yo, yeah. If you're on the low, not so far, I am. No, don't. If you're on the low, not so far, I am. Yippee-yi-yo, yeah. It's not my birthday, but I got some cake. What you say? Bang, bang, any day. Zoom, zoom on my way. Why you keep calling, steady calling? Early mama, you know you're gonna give me warning. Steady bomb me, early mama. Look, see how it makes. Give me the chance to slow you down. You're riding a song too fast. Give me the chance to come around. I will be yours at last. Promise you love, and I will give you mine. Everything melts this in time. Let the stories begin when I give you a smile. Love me across for a long, long while. Tell me we found the words back in style. Make me say that I am only made for you. Should we stay silent until I do? Don't leave one bad moment to be. Two melting hearts never apart. Feels like I'm all inside. Reading the word to read that they say. I will be here for the ride. Let our stories begin when I give you a smile. Laughing across for a long, long while. Tell me we found the words making style. Make me say that I am only meant for you. Should we stay?
такой формат. Я немножечко разогреваюсь на таких песнях, таких простых. И, к сожалению, нет у меня, по-моему, минуса этих песен. Но вот концепт, который буду делать онлайн, я постараюсь выбрать такие песни, где есть, конечно же, плюсы, потому что... Ну, короче, я поняла, классно петь под плюс, когда ты именно своим голосом, свой голос слышишь и с ним поешь. Это для меня, ну, как тренировка. То есть я сначала, естественно, пою, если пою кавер, то с артистом и эту песню, как бы, ну, как сказать, отрабатываю. Вот, так что сейчас я записываю просто нон-стопом все, что я делаю, свою такую, да, тренировку. У меня уже, получается, это какой выпуск? Мне кажется, 6-й или 7-й, то есть представляете... как это много, то есть я сделала большой такой рост за период вот подготовки к своему концерту, я этому очень рада, я вижу потенциал в этом, и продолжаю репетировать и, как говорится, документировать всю эту историю, чтобы у меня потом была возможность отмотать, как говорится, назад, и у вас, друзья, была возможность тоже отмотать назад. Если честно, я просто не знаю вообще... Вернее, как, у меня есть цель и мечта, но, как говорится, я прикладываю максимум к этому усилия, а там посмотрим, как будет. И, в общем, классно, что я снимаю, делаю вот этот вот такой, да, формат, показываю, поэтому двигаюсь дальше. Сегодня у меня достаточно небольшая репетиция, всего лишь час я в студии, а следующая у меня будет более такая побольше, поэтому я, наверное, возьму камеру, посмотрю, вот, или на телефон все сниму. В общем, суть такая, что... Продолжаю репетировать, готовиться, и сейчас пойду дальше петь свои любимые песни, друзья! There was no help for me, no
saving grace. I had been trying for days. There was something in the way. Why am I crying for you, babe? No, I can't stand the rain. Time to move on anyway. Don't ask me why it's done so long. Goodbye, I'm gone. But in fact, it took away my energy. Have to tell you that I couldn't really see beyond the gates of this purgatory. I'm so tangled now, I can't wash you off. The memories still seem to fade. When I landed you, it will wash your tears, 'cause mine have been drying for days. Отрепетирую, и мне нравится, я слышу, что я неправильно, конечно же, беру ноты, пою ноты, я это прекрасно слышу, я понимаю, что местами, ну, в общем, нужно еще как бы заниматься, но мне нравится, что я записываю этот формат, что я, во-первых, уже эту песню выдерживаю, раньше мне было тяжело ее очень, в принципе, вот это вот, вот это вот сделать, и сравнить хочется потом вариант до-после, то есть вот это моё, скажем так, такое до этого, который я, да, вариант записывал, был вообще еще хуже, поэтому я даже ее не вот так вот не пела, не записывала, потому что какой был смысл, она не сильно получалась, а сейчас уже лучше, есть проблески, и вот такое будет классное у меня до, ну, я считаю, что классное, и потом я сравню. Мне кажется, что эта песня
которую исполняет певица Джора Смит, она очень чувственная, и она туда вкладывает больше эмоций, и как-то вот у нее, ну плюс она какой национальности, она не африканской национальности, короче, вот еще она, у нее, мне кажется, ее национальность, вот генетическая вот эта вот голосовая предрасположенность тоже дает вот этот классный эффект звучания, но в целом певица очень клевая. И вот эту песню она прям так чувственно исполняет, и мне кажется, немножко не хватает. У меня есть как бы естественная сила голоса, и где-то там я по мелодии, по нотам, я все это понимаю, что немножко не так это. Но хочется прям, скажем так, замахнулась я. Поэтому, друзья, благодарю вас всех за просмотр этого выпуска. Это была моя следующая репетиция после концерта. Всех я очень рада, что вы все посмотрели. Это мое до. И увидимся с вами в следующих выпусках. С вами была Лена Жаглина. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и еще приходите на мои концерты. И буду вас всех очень-очень-очень-очень рада видеть. С вами была Лена Жаглина. Всем любви и красоты. Right now, she's probably slow dancing with a bleach blonde tramp, and she's probably getting frisky. Right now, she's probably buying her some fruit, little drink, cause she can't shoot a whiskey. Right now, she's probably out behind her with a full stitch, showing her how to shoot a combo. And he don't know. I dug my key into the side of this pretty little super four-wheel drive. Caught my name into his leather seat. I took a Louis slide to both headlines. Smashed the ball in all four sides. Maybe next time I'll think for each you. Probably up singing some white trash version of Shania karaoke. Right now, she's probably saying I'm drunk, and he's thinking that he's gonna get lucky. Right now, she's probably dabbing on $3 worth on the bathroom polo. Frisky. Right now, she's probably buying her some fruit, little drink, hot shoot whiskey. Right now, it's probably I'm behind her, full stick, showing you how to shoot a combo. And he don't know. I dug my key into the side of his pretty little suit, I'm four-wheel drive. Carved my name into his leather seat. Took a loser slide to both headlines. Slashed a hole in all four times. Maybe next time to stay before he reaches you. Right now, she's probably up singing white trash version of Shania karaoke. Right now, he's probably saying I'm drunk, if he sneezes, it's gonna get lucky. Right now, he's probably dabbing on $3 worth of a bathroom polo. And he don't know. I dug my key into the side of his pretty little suit, out four-wheel drive. Cut my name into his leather seat. Took a loser slide to both headlines. Slashed
ты, вот и ничего.